Всем привет, ребята, вы на канале Счастливый Кролик, и только мы зашли, как зазвонил телефон. Все, ребят, телефон исчез, не знаю, кто успел написать этот скин, кто нет, но мы продолжаем играть. Ну что, ребята, погнали, играем в Banana Eats. Так, мы убегаем. Вот, смотрите, как мой друг из Roblox переоделся в такой скин, как у меня, только банан отличается. У меня это консервная банка с бобами, а у него банан. А так нас даже не отличит, наши скины полностью одинаковые. Так, собираем монетки, ребят. Все, банан начал искать нас. Осторожно, осторожно. Пока мой этот крузотик беленький, значит, можно бегать спокойно, как мы знаем. Но потом, если он начнет краснеть, надо делать ноги. Так, все, я взял пирожок. Кусочек торта, так сказать. Торта. Ой, все время не туда ударение ставлю. Так, ну стоп. Пройдем здесь аккуратненько, аккуратненько. Че, никого нету, никого нет. Все спокойненько. Еще здесь торт валяется. А вот он сюда ставится. Все, ребят. Ой, подождите, подождите. Начало залететь. Ой-ой-ой, сейчас, наверное, придет этот. Быстрее сюда. Прячемся за занавеской. Краснеть даже начало, я бы так сказал. Сюда, 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 сюда. Все. А здесь кусочек банана уже какого-то валяется. Так, где же он? Ты чего, пройти не можешь пироском сюда? Так. Ой, кого-то съели уже! Ничего себе, банан зверствует. Это очень опасно. Так, кусочек торта положили. А где еще кусочек? Так, здесь ничего нету. Ничего не спрятано. Ой-ой-ой. Подожди, подожди, подожди. Сюда, 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 сюда. А-а-а! Он где-то тявкает. Быстрее беги сюда, сюда. Забегай сюда. Забегай, девочка. Молодец, у тебя одна здесь осталась. Вон он ходит. Смотрите, видите? Зверствует банан это. А! Зачем я выснул прямо на него? Вот я вообще втыкнул, 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 втыкнул. Беги! Беги, кролик счастливый, беги! Потому что я не добегу 100%. Смотрите, как он хитрый. Сразу банан поставил. Ай-яй-яй, мы в ловушке, в ловушке, в ловушке. Да-да-да. И там банан. Мы все в ловушке, ребята. Что делать? Все, он за нами, не за нами. Он за мной. Он меня так и хочет съесть. Все. Я, наверное, все. Я уже вряд ли вызову, ребят. Ой, стой сюда, быстрее сюда, 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 сюда. Спрячься здесь на кухне вроде. А он за мной все бежит. Все, ребят. Я съели! Вот и поиграли в банан. Недолго длилось счастье. Ой, все кого-то съели. Очень-очень-очень-очень-очень крутой у нас банан. Так, осторожно передвигаемся. Осторожно, осторожно, осторожно. Ребят, с каждой игрой становится все больше и больше кроликов. Ничего себе, тут скоро будут играть одни кролики. Это прикольно, очень-очень прикольно, ребята. Класс, класс. Ну что, ребят, надо спрятаться, погнали. 4 кролика на карте, банан, наверное, запутается, кого догонять. Все одинаковые. Очень прикольно. Так, ну что. А вон и тортики где ложить. Ребят, все сюда кладем тортики. По чуть-чуть, по одному, будет классно. Так, сейчас я эту попробую загадку разгадать, пока банан... Хотя он где-то рядом мне показывает. Осторожно, осторожно, осторожно. Помогай мне крутить, кролик, помогай крутить. Не стой, что стоит, смотрит. Все, есть, 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 есть. Побежали, побежали. Прячемся быстрее, прячемся, прячемся. Мальчику поможем теперь это разгадать. Давай, давай, помогай, тыкай на квадратике. Отлично. Идем сюда, сюда. Все? Все, дай это дотыкать там уже. Еще один кролик прибежал. Класс, а где банан? Прячемся, прячемся. Все, он теперь знает, что мы здесь. А. Надо куда-то сюда. Давай. А нет, он краснеет. Подожди, а где он бежит? Где? Где банан? Он здесь где-то. До свидания. Вы чего? Прямо на него выбежал. Космар. Куда он? Сюда побежал? Где он? Где он? Туда, туда. Быстрее, 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 быстрее. Переходим туда. Осторожненько, осторожненько. Все, вот главное рядом с такими нытиками быть. Где? Я его не вижу. Ой-ой-ой-ой, вижу, вижу, вижу. Сюда, сюда, сюда. Кого-то надкусил, но мы убегаем, дальше убегаем. Сюда, сюда. А он за нами сейчас пойдет, вы чё, ребята? Вы зачем такое делаете? Ай-яй-яй-яй, он где-то рядом ходит. Я чувствую его дыхание в спину. И он уже везде ловушки расставил. Вот какой он хитрый. Ну-ка, давай спрячемся, передохнем. Тихо, тихо, тихо. Где он? Кто-нибудь его видит? Не, он вроде отошел. Класс, класс, класс. Надо его, кстати... Нет, не отошел. Ай-яй-яй-яй-яй!
Он меня чего не увидел? Ничего себе, как классно! Банан меня не увидел, он мимо пробежал. Фу, это очень прикольно, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что там по всему? Он сожрал его! Ой-ой-ой, прямо на моих глазах. А это была Камила, моя подписчица. Так, вот 336, может, встретим. Так, где он? Он там вроде у мальчика был. Ну-ка, спрятись. И его сожрал. Ты какой прозорливый банан-то. А где код вводить 336? Да, надо запомнить. Вот он где-то рядом просто. Да как ты меня увидел-то, ах ты. На. Смотрите, он поставил там эту, как ее сказать, эту ловушку. Черт, и куда бежать-то, ребят? Дайте я тут сяду, тут меня не заметят. Очень опасно, я очень боюсь, ребят. Где он? А его здесь рядом нет. Я возьму тогда тортик и попробую его положить. Где у нас и тортики кладутся? Пойдемте посмотрим. И давай пойдем, кролик, сюда. Я его не вижу. А у них красные вообще, видели? Настя, где-то он там бегает. Что-то я потерялся. Где у нас ложить наш пирожок-то этот? Все, он ее сожрал. Ну-ка я уберу-ка вот это. Отсюда. Ловушку эту надо попробовать. Может он не успеет добежать, пока я это... Выбираюсь отсюда. Все, он не успел. Класс. Так. Где же он, ребята? 3 минуты и все бегать. А мы уже надкусанные, это очень опасно. Еще одну ловушку уберу, пока его рядом нет. Потому что мне эти ловушки вообще не нравятся. И очень не нравятся даже. Так, давайте аккуратно. Все, супер. Я убрал 2 ловушки. Это очень-очень-очень классно. Теперь в следующий раз, когда мы будем убегать, мы сможем там проползти без проблем. Так, а где банан бегает? А вон тортики где лазать. Все, я на стол. Давай, кладем, давай сюда. Лазы, счастливый кролик. Ты чего стоишь здесь? Давай, ставь сюда этот пирожок. Так, теперь что нам еще осталось делать? Куда? Здесь мы ничего не понимаем. Где это он ходит там? Очень страсти, мордасти какие-то. Нас осталось 10 секунд, а мы у выхода. Да класс, мы сейчас избежим. Если он, конечно, туда не придет. Да, у меня белый индикатор, значит, мы сейчас избежим, ребята. Мы избежим. Уже точно. Все сюда, на выход. Давайте, быстрее. Раз, а, смотри, он бежит на меня. Ха-ха, убегай. Все, мы убежали. Круто. 25 монеток сверху. Очень-очень классно. Ну что, ребята, голосуем за карту. Давайте еще... На новую карту? Я, кстати, новую карту плохо знаю. Ну давайте побегаем, посмотрим ее. Ребята, я банантик! Ой-ой-ой, смотрите, я банантик. Вот, кстати, в начале игры, помните, звонил телефон? Да, вы бы получили вот такой скин, если бы ввели все те номера, которые выдает нам телефон. Ну что, ребята, а я попробую всех съесть. Ай-яй-яй, я очень голодный банантик. Ну что, побежали. А вот и первый претендент на еду. Ням-ням, иди сюда, я никого не посижу. Так, где же вы все, ребята? Эту карту я плохо знаю, и у вас есть шанс выжить. Куда он сбежал? Оп. Иди сюда. Отлично, у тебя еще одно сердечко осталось. Не забывай. Так, где же все? О, я вижу счастливого кролика. Ха, ты разгадал этот пазл, да? Все, думаешь, идет безнаказанный? Ой-ой-ой, иди сюда. Тебя я надкусу. А куда она убежала? А, сюда. Точно, так исчезла, я даже не заметил, куда исчезла. Что, страшно? Кто-то еще там все разгадывает. Ох вы. Ой, еще один кролик бежит. На тебе. Ну все, еще чуть-чуть и... Плакала твоя песенка. Ладно, пока не буду тебя надкусывать. Давай всех сейчас чуть-чуть понадкусаем. Так, где все, ребята? Что-то здесь так темно, ребят. Почему так темно? А вон, визу, бегу. Ага, думал спрятаться здесь, нет. О, так вас здесь целая толпа, иди сюда. Ну что? Да. Ой, все, кролик с тортиком, я лучше тебя тогда выберу. Тортик это вкусно. У тебя последняя жизнь осталась. Теперь девочку все, как вы, вас много-то, сколько-то. И все надкусили. Да что вы совсем, а, вот ты где прячешься. И все надкусили. Ну, ребят, я уже всех спасибо надкусывал. И все по одному укусу, и все.
Давай, давай, беги, 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 беги. Ну ладно, оставлю, потом съем. Хотя, может, я это и зря сделал, но... Так, кто это все разгадывает? Давайте сейчас еще поедим, кто нам там... Вот, визу, 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 мальчик, и опять кролик, опять с тортом. Повсюду кролики с этим тортом, а не тортом. Все, я тебя надкусил. Отлично, я тебя даже съел. Я даже не знал, что я тебя съем, ну ладно. Подождите, куда кролик подевался? Вон он, вон, смотрите, он пытается убежать, убежать пытается. И еще один здесь стоит. Ничего себе. Все, голова кругом пошла. О, я съел. О, это была Камила. Ну все, Камила, до свидания. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я тебя тоже надкусу. Так, у тебя еще одна здесь осталась. Так, все, ребята, 3 минуты надо начинать всех кусать. Ням. 2 кролика сразу. Очень вкусные кролики. Так, а куда мальчик делся? Он здесь только что был. Очень-очень странная какая-то загадка. Ну ладно, найдем тебя потом. Так, ребят, что нам все осталось? А что я, кстати, ловушки-то вообще не ставлю? Что-то я такой расслабленный хожу, я и забыл. Опа, кто вылез? И зря вылез. Класс. Так, сколько еще? 4 человека осталось. Надо, кстати, мне чуть-чуть бананчиков понаставить. Сейчас я О, смотрите, 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 здесь они все и столпились. Подожди, а вот здесь я прямо здесь я ловушку и поставлю, чтоб никто не убежал. Я понял, вам понравился этот выход-вход. А как туда? Подожди, пройти вот сюда. Все, пошли, 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 обходим, обходим. О, еще один мальчик, иди сюда. Нямки, 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 нямки. Ням-н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 ям
Ах, тортик взяла. Класс, ну что, ты сможешь убежать? Я думаю, нет. Ну, посмотрим, посмотрим. А еще одного откусили. И тебя с тортиком съедим. Ням. Класс. Лола. Ну, извини, Лола. Это игра. Еще одного надкусили. Побежали дальше, побежали. Ну и что ты будешь делать? Что? Ты сам хочешь, чтобы я тебя съел? Очень интересно. Так, осталось 3 человека, ребят. 3 человека. Так, где же вы можете ходить-то? Кстати, здесь кто-то поставлю банан, мало ли кто споткнется. Где-нибудь кто-нибудь... Они, наверное, попрятались. Я чувствую, попрятались все. Никого не вижу. Очень... А может здесь... Эту карту вот я не знаю, ребята. Где они еще могут прятаться? Вообще не знаю, честно. Сейчас будем ходить, ходить и искать. Но они 100% где-то попрятались совсем. Так. Здесь никого нет ни в этом. Давайте они, наверное, по ясичкам будем искать. По ясичкам, по ясичкам. Осталась минута, ребят. Мне нельзя сбавлять темп. Надо быстро их искать. Где-то они должны быть здесь. Значит, они, наверное, на улице где-то. Так, здесь нету. В ясичках тут тоже нету. Где-то, 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 где-то вы, ребят. Не говорите, что вы так все спрятались хорошо. Ой, никто не бегает, ничего не происходит. А, визу, 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 вот вы все. А, нямки, 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 нямки. Yes, надкусил. И тебя надкусил. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Тебя я съем, потому что времени мало остается. И надо скусать быстрее всех. Еще одна за сетя осталась. Так, осторожненько, осторожненько. Там кто-то подскользнулся. А, давай, иди сюда, быстрее. Я тебя съем, а потом за другими побегу. 28 секунд остается. Ай, класс, то я поставил этот банан. Немки. Ес, ес, ес. Все, так, 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 так. Куда они побежали, ребята? Подскажите мне, подскажите, где они ходят. Где еще 3 человека? Целых 3 человека. Не знаю, здесь нет. О, там было, оказывается, я думал, там никого нет, ничего себе, я так просто заглянул и съел его. Так, сейчас посмотрим, здесь кто-то, никого нету. 28 секунд, ребята, ребята, что же делать, почему они все сидят и прячутся? Подождите, куда? Я, наверное, пошел на улицу поищу. Так, этот вход тоже еще одним бананом закрою и еще одним. Не, не получилось поставить, ну ладно. Так. Где же нас? Где? Здесь я был. Здесь я был, здесь я был, я был здесь. Ай, почему я не знаю так хорошо этой карты? Если бы я знал, я бы всех уже съел. Но мне кажется... О! Кого-то я увидел, узкий чьи-то. Съел. Так, быстрее, быстрее, где? Смотрите, 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 смотрите. Вот я везу точечку. Нямки. Все!
Я всех съел. Класс, ребята. Всех съел. Это очень-очень прикольненько, ребят. Я супер бананчик. Класс. Давайте посмотрим в чате, что происходит. Ой, кто-то злится. А что вы злитесь? Что я вас скусал? Ребят, ну это за игра, не надо злиться. Наоборот, вы должны радоваться. Ну что, ребят, погнали еще одну катку. Теперь я уже не банан, и кто у нас бананчик? Давайте посмотрим. Может, кто-то из моих друзей Роблокс, и тогда он сможет отомстить и съесть меня. 100? Да, это девочка Катмина. Натан... Да, она моя подруга из Роблокс. Сейчас она будет пытаться меня съесть. Точно, я это знаю. Осторожно, мы быстрее крутим, пока у нас она еще не пришла. Быстрее. Крутим, ребята, не прыгаем, крутим. Она уже близко. Так, осторожно. Yes, все, она, это, решена, загадка. Побежали решать следующую. Главное, чтобы нас не скусали. Так, тортик здесь уже кто-то взял, молодцы. Здесь тоже тортик взяли, молодцы. Так, это наш выход. Очень класс. Ага, так, монетка. Подождите, она где-то здесь мне пока. Да, вот она, я ее вижу. Она ходит, давайте за ней пойдем. Тихо. Может, она меня не увидит. Там выхода нет, по-моему. Она сейчас назад вернется. Ай! Я знаю, она меня и вкусит. Так, осторожно. Ой, она где-то вообще рядом. Ой-ой-ой. Где-то она тявкала. А где это ходила она? Я так и не понял. Ой-ой-ой, она здесь. А что, она никого не ловит, что ли? Ребята, мы первый раз встретили доброго бананчика, он никого не хочет кусать. Супер, это добрый бананчик. Смотрите, он даже прячется от нас. Катмина, ты никого не хочет кусать, да? Ну что, ребята, Катмина дала нам всем сбежать, и это очень хорошо. Вот на такой позитивной ноте мы заканчиваем мое видео. Всем спасибо, кто был со мной в этой игре, и спасибо вам, что смотрите. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, нажать на колокольчик, тогда вы будете в курсе всех новых событий. Всем пока-пока, с вами был Счастливый Кролик.